уважаемые игроки и зрители моего канала, я решил вам показать старенькую, но довольно интересную игрушку под названием Локи. Мы сделаем обзор и небольшое прохождение. Поиграем за каждого героя. И начнем, пожалуй, с Грека. Так, Грек, значит... И назовем мы его, пожалуй, вот так вот. Что ж, приступим. Хорошо показывала себя на тренировках, но пришло время испытать себя в настоящем бою. Я хочу, чтобы ты приняла участие в турнире величайших воинов Крита, который будет проходить в Ираклионе. Надеюсь, ты одержишь победу. Возвращайся ко мне, когда турнир закончится. Давай приступим. Чё, кто первый? Давай, выходи оттуда. Все, всех мужиков раскидала. Одна и без оружия. Давай, иди сюда. Вы тоже сюда идите. Чего там встали все? Еще один остался. Не хочет уходить. С победой, ученица! Твои успехи не перестают удивлять. Кроме меня, на этом острове не осталось никого, кто бы мог соперничать с тобой. Ты станешь одной из моих мирмидонян, если, конечно, тебя не ждут более великие дела. Богиня Афина уже наслышана о тебе. Она пригласила тебя на церемонию. Пойди в храм Ираклиона и поговори с ней. Понятно. Так, это у нас кузнец. Хорошо. Идем получать ульты. О, 200. Еще на меня.
птицу. Магию качать не будем, у нас чисто боевой персонаж. Так, надо посмотреть, что нам дали. Доспехов 5 нет. Пуки. Дубина. Так, физический урон 1.17. Вот, конечно, вот. Что-то хорошо. Ах, нас убили. А, мы появляемся снова здесь же. Начальные локации. Нет. Что-то... Это магическое. Кровище еще осталось. Давай, иди сюда, ты. Доспехи надо. Доспехов нет. Да блин.
кто там? Нафига не встретили деревья, нарисовали их. Это, блин, вообще нифига не удобно. Из них ничего не упадает. Посмотрим. Блин, сапоги. Обычный лук. Где мое копье? Давай, подходи по одному. Кстати, сейчас хорошо видно. Посмотреть ничего не выполняю. Зараза такая. Ух ты, тут их вообще дофигища просто. Да блин, хватай уже. Блин, я в одних сапогах бегаю вообще. Нас сейчас 5 убьют. Все, нас убили. Сейчас 5 по новой. Начало локации. Я не пойму, они респавнятся тоже, что ли? Или как? Я не знаю, в какое место мне. Она не заметила мне. Сколько проблем с этими амазонками, а? Ух ты, блин, что я не успел. Что-то не просто. Уходим, уходим. Так, у нас здоровье-то прибавляется или нет? Блин, опять нас убили.
исследовать. Нам надо добить какого-то города, по-моему. Ну что такое? Что-то мы столько всего набрали, надо посмотреть. Щит. Щит, он нам не подходит. О, одежда. Возьмем вот это. А он двойной. Двуручный, вернее, двойной. Посох. Меч. Тоже какой-то меч. Возьмем топор. Значит, надо еще и ловкость прокачать. Одежда не подходит. Низко. Черт.
Минотавр. Ого. Да блин, бери уже. Она очень медленно берет, блин. Или ее сбивают, что ли? Да забирай все уже, господи. Давай иди сюда. Какое было задание-то? Греция. Так. Так, на лагерь кентавров. Турнирная арена. Тоже всех черных. Так, кентавров. Угу. Бить вождя кентавров. Зашибись. Ну, здоровье вроде позволяет. Не успели. Отступаем, отступаем, уходим куда-нибудь. Бежим от него. Уходи, уходи. Что-то второе нифига не прибавляет. Ах, он нас убил, зараза. Здорово, бичар, однако. Ну хватит уже махаться. Ни враги тут не респаумятся. Зашибись, он завис. Сейчас начнем бить его. Подопечных. Да блин, ты чё за... Может ударить сразу? Жизни прибавляется. По заданию. Так, еще надо троих кентавров завалить. Что-то такое скопление народа. Ну, только не зависай. Ух ты.
еще кто смелый. Уходим. Блин, опять нас убили. Это просто какой-то капец. Ладно, идем. Не зависай. Здоровье у нас не прибавляется, значит. Надо запасаться птичками. Сейчас мы его добьем. Давай, давай его. Смотрим, что нам дали. Пук. Меч. Пока что топор самый хороший инструмент. Нет, смотри-ка. А, это наш топор. Электрический топор. А, это пятый уровень надо. Тоже пятый уровень надо. Скандинавская. Это пятый уровень. Щитов полно. А, вот еще последний кентавр вроде остался. Нам дали новый уровень. Какой уже? Сила, ловкость, выносливость. Четвертый уровень. Саки-сапаки. Нифига все. Ого. Это все фигня. Что у нас по заданию? Так, а на лагерь. Вернуться и поговорить с Афиной. Так, вернуться надо туда же, походу, дело. Так, это была ловушка, что ли? Ага, нам показывают. Да. Посмотрим, как мы сейчас... особо-то.
нами хотела поговорить. Афина вроде. Боги Олимпа ценят твое усердие. Жителям Ираклиона больше не придется страдать от варварских набегов кентавров. Первое испытание успешно пройдено, но следующее будет гораздо сложнее. Давай, приветствую далее. Тебя. Настали трудные времена. Неприятности начались даже в Ираклионе. Несколько лун назад ужасное существо забралось в небольшой подземный храм неподалеку отсюда и обосновалось там. Мы велим тебе обезвредить этого монстра. Ладно. О, новый уровень дали. Сила, ловкость. Слилась, прокачаем. Обычный топор. Блин, а где крона? Нет. Щит, это не то. Все броня. Что-то еще вроде прикольное было. Скандинавская. Ладно, не важно. Посмотрим. Еще здесь вроде можно что-то делать. А. Афина, значит, да? Вот отношения можно отношения давать. И за счет этого вроде как прокачиваться. Такая Афина здоровая. Такие мелкие по сравнению с ней. Что ты нам можешь предложить? Фигня какая-то. А он еще продает, короче. А, это все магическое. Ацтекское. Продать оружие. Весь хлам нам не нужен. Доспехи тоже не нужны. Сапоги 12 25. Что мы не пользуемся? Разные серманы. Что за кольца? 5 добавляет, так, здоровье. Так, ладно, оставим. Это все можно продать. О, 7000. Купить. А я смотрю, ничего тебе под него нету. Мне нужна лишь туника. Да. Сапоги 28. Нет, это не то.
13, 28. Ага, у нас денег не хватает. Наручи. Это тоже денег не хватает. Разные. Эликсир здоровья. Где тут есть большие эликсиры? Да на лучше маленький. Ну и все вроде. Ладно. А со склада у нас строит спех. Че, все? Примерно такой персонаж у нас получился. Ладно, будем заканчивать на сегодня. Всем всего доброго и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Так, надо посмотреть, что нам дали. Доспехов 5 нет. Куки. Дубина. Так, физический урон 1.17. Вот, вот. Здесь вроде можно что-то делать. А, Афина, значит, да? Вот отношения можно, отношения давать. И за счет этого вроде как
прокачаться. Кольца проворства. Так, нет, это мы оставим. Посох тоже дадим. Не знаю, что нам это дало, но мы должны были прокачаться вроде как. Такая Фина здоровая, такие мелкие по сравнению с ней. Что ты нам можешь предложить? Фигня какая-то. А он еще продает, короче. А это все магическое, ацтекское. Продать оружие. Весь хлам нам не нужен. Доспехи тоже не нужны. Сапоги 12 25. Что мы не пользуемся? Разные серманы. Что за кольца? 5 добавляет. Так, здоровье. Так, ладно, оставим. Это все можно продать. О, 7000. Купить. А я смотрел, ничего тебе под него нету. Не нужна ли что? Давай подходи по одному. Нам надо добить такого-то города, по-моему. Ну что такое? Что-то мы столько всего набрали, надо посмотреть. Щит. Щит, он нам не подходит.
одежда. Возьмем вот это. А он двойной. Двуручный, вернее, двойной. Не знаю, что нам это дало, но мы должны были прокачаться вроде как. Такая Фина здоровая, такие мелкие по сравнению с ней. Что ты нам можешь предложить? Фигня какая-то. А он еще продает, короче. А это все магическое, ацтекское. Продать оружие. Весь хлам нам не нужен. Доспехи тоже не нужны. Сапоги 12 25. Что мы не пользуемся? Разные серманы. Что за кольца? 5 добавляет, так, здоровье. Так, ладно, оставим. Это все можно продать. О, 7000. Купить. А я смотрю, ничего тебе под него нету. Мне нужна лишь туника. Да. Сапоги 28. Нет, это не то. Физические сапоги. 12, вот сапоги 28. Ага, у нас денег не хватает. Наручи. Это тоже денег не хватает. Разные. Эликсир здоровья. Большие эликсиры. Да на вот шум маленький. О, столько где-то возьму, походу дела. Так это была ловушка, что ли? Показывают, да. Посмотрим, как он сейчас. Что-то как-то особовато. С нами хотела поговорить.
мужчина вроде. Боги Олимпа ценят твое усердие. Жителям Ираклиона больше не придется страдать от варварских набегов кентавров. Первое испытание успешно пройдено, но следующее будет гораздо сложнее. Давай, приветствую далее. Тебя. Настали трудные времена. Неприятности начались даже в Ираклионе. Несколько лун назад ужасное существо забралось в небольшой подземный храм неподалеку отсюда и обосновалось там. Мы велим тебе обезвредить этого монстра. Вот.
исследовать. Нам надо добить какого-то города, по-моему. Ну что такое? Что-то мы столько всего набрали, надо посмотреть. Возьмем вот это. А он двойной. Двуручный, вернее, двойной. Посох. Меч. Тоже какой-то меч. Возьмем топор. Значит, надо еще и ловкость прокачать. Ну все, идем получать ульты.
Нам надо добить какого-то города, по-моему. Ну что-то такое. Что-то мы столько всего набрали, надо посмотреть. Щит. Щит, он нам не подходит. О, одежда. Уходим. Так, у нас здоровье-то прибавляется или нет? Блин, опять нас убили. Туда нам не надо. Нам надо куда-то в ту сторону, значит. Oh!
карты ничего нету.